Здорово, братюни! Сегодня я буду выполнять тройной to cry челлендж, а именно попробуй не заплачь. На самом деле я очень эмоциональный человек, и поэтому для меня это будет большим испытанием. Я очень часто плакал над фильмом «Хатико» или же «Титаник», но хотя по мне это не скажешь. В любом случае, сегодня мы будем смотреть грустные видео, и сразу скажу, если вы очень ранимый, то выключайте это видео нафиг. А мы с вами приступаем к просмотру. My dead story. Dream for my child. Мечты для моего ребенка. Японцы, они такие милые. Или это китайцы? Папа лучший. The smartest. The most clever. Но это больше мило, чем трогательно. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Но это еще не конец. Все. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but... But. Но. Что но? He lies. He lies. Где-то я уже видел это видео. He lies about having a job. Он работает на нескольких работах. He lies about having money. Чтобы достать деньги. He lies that he's not tired. He lies that he is not hungry. Он не показывает, что он устал. He lies that we have everything. Нет. Нет. He lies about his happiness. Надо сдержаться. He lies because of me. Да ладно. У меня мурашки по коже. Ну, это очень трогательно. Но я сдержался. Это еще не конец. Рано расслабляешься, Пози. О! Это видео я уже видел. Помоги мне. Покорми собачку. Ну, собачку покормить — это грех, конечно. Не грех, нет, блин. Последние деньги. Мелочи, а приятно, между прочим. С цветочком все окей. То чувство, когда не понимаешь, что они говорят. Эх. Оу, что это? Все окей.
Но он держится молодцом. У него нет телевизора. Он хочет оставаться анонимным. Ему не нужна большая слава. Появился новый друг теперь у него. Ну, таких людей в 2016-м очень редко встретишь. Это очень мило. Но с моими глазами все в порядке. Ладно, ладно, кого я обманываю? Я не способен нормально смотреть такие видео. Теперь я это знаю. Хватит, хватит, иначе я здесь сейчас разрыдаюсь. Братюни, надеюсь, вам понравился этот челлендж. По мне так получился первый ролик довольно трогательный, второй более милый. И поэтому я оставляю свой гигантский голос, гигантский плюсик за первым видео. Потому что, ну, блин, я реально не ожидал. Вот как-то само оно получается. Ты сидишь, смотришь, и вроде бы обычное видео. Ты понимаешь, что это всего лишь видео, но у тебя что-то в голове вот так вот срабатывает, и идут мурашки по коже, и все доходит до головы, и до глаз, и... Нет, 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 все, хватит. Спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. С вами был Позитифон, всем адьос!